Всем привет! Сегодня будем готовить очень вкусные творожные шарики к чаю. Эти шарики любят все, и дети, и взрослые, даже те, кто, собственно, совсем не любит творог, но нравятся они всем. Готовятся они буквально за 3 минутки плюс время на жарку и съедаются, собственно, так же быстро. Делается все необыкновенно быстро. Давайте приступать. Для начала нам нужно просто смешать все продукты. Я буду делать в этот раз двойную порцию, поэтому буду делать на целое яйцо, но тогда понадобится чуть-чуть больше муки. Я вам укажу два рецепта в описании под видео. Стандартный — это на желток я делала, когда для ребенка одну небольшую порцию. Просто смешиваем сахар, ванильный сахар, соду и яйцо. И слегка-слегка перемешаем, для того чтобы сахар в нем начал растворяться. Перемешали и теперь добавляем сюда муку. Если вы делаете на целое яйцо, то бишь с белком, понадобится чуть-чуть больше муки. Если вы делаете на желток, то вам достаточно и 50 грамм муки будет. Перемешиваем, и наше тесто уже готово. Просто добиваемся до однородности. Смазываем ручки слегка водичкой. Берем комочек теста и скручиваем шарик и выкладываем сбоку на пленочку. Чуть, может, меньше грецкого ореха или как грецкий орех небольшой. Тем временем поставили разогреваться растительное масло без запаха. После того, как оно у нас уже нагрелось, отправляем туда наши шарики. Небольшими партиями, чтобы они равномерно поджаривались и у них было место для увеличения в объеме. Они сами всплывают у вас и даже они сами переворачиваются, когда сами считают нужным. Вы видите, они сами собой вот начинают переворачиваться. Понятное дело, если вы видите, что с какой стороны он чуть меньше поджарился, переворачивайте его обратно. Мне удобно это делать бамбуковыми палочками. Поджариваем на огне чуть больше, чем минимальный, чтобы они и внутри у вас хорошо пропеклись. И они в любом случае становятся вот такими вот кругленькими и очень красивыми румяными колобочками. Вынимаем их на бумажное полотенце и даем стечь лишнему маслу. Затем присыпаем сахарной пудрой и можно наслаждаться. Они очень вкусные. Конечно же, лучше их есть сразу, но они даже на второй день очень-очень вкусные. Обязательно попробуйте, это очень простой и легкий рецепт, который нравится всем, и взрослым, и деткам. А с вами, как всегда, был Кекс. Не забывайте про пальцы вверх. Пока-пока!